Есть! Отличный удар, брат! Вся сила в руке! Так, братья, а вот и довесок. Давайте встретим их и достойно проводим. Осторожней с огнем. Здесь полно опасных игрушек. Да, вроде нас. Некоторые любят погорячее. Огонь на поражение. Это будет посмешнее фильмов про Микки Мауса. Ребята, не люблю ломать кайф, но... Но мы в очень глубокой заднице. Мыши-байкеры с Марса. Маньяк мотогорода. Авторы сценария Боб Форвард, Ричард Мюллер. Продюсер и режиссер Том Татаранович. У нас есть план на этот случай? На моей памяти нет. Может, полет Валькирии номер один? Подходящее. Потрясающе! Один из моих любимейших трюков. В атаку! Раздавите этих мышей! Вот так, чумазый! Теперь мы на равных, и мы готовы драться. Время решающей схватки. Ну, вы тут и без меня разберетесь, а мне еще надо машину заправить. Ой, какого черта? Он украл мой вопрос. Брызги шампанского. Кто эти люди? Не знаю, кто они такие, но мне нравится их стиль. За мной, братья, а то не без нас все сделаешь. Жми! Готов! Тушеный квадроцикл фирменный Плутон 6 Марса. А может быть, пора подавать фуагра из мышиной печени? Нет, я так не играю. Сейчас была моя очередь. Эх, чихнул, продул. Остроумные реплики тоже по моей части. Я сдаюсь. Спасибо за помощь, но ты зашел слишком далеко. А ты зашел туда, куда не стоило. Прочь с дороги, сопляк. Ах ты, подлый негодяй. За мной, бедолаги, сматываемся! Вот, блин! Тротл, ты цел, брат? Ты получил неслабый удар по кумполу. Спасибо, шлему, он спас мою черепушку. Ехать сможешь? Надо поквитаться. Нет, нет, остыньте, братья. Эти ребятишки все равно уже далеко отсюда. Да кто они такие? Кем бы они ни были, Либургера они явно недолюбливают. Круг сужается до размеров галактики. Я хвостом чувствую, что мы с ними еще встретимся. И тогда... Мы предъявим им неоплаченный счет. Грязно работают мальчики. Камни на камни не оставили. И следы замели. Но, похоже, ты права, Чарли. Они уехали на восток. Что к востоку отсюда? Детройт. Детройт? Тот самый? Точно, мотогород. Двигатель внутреннего сгорания всей вселенной. Центр поклонения механики. Моя давняя мечта. Паломничество в мотогород. У нас появился повод. Да. Я им покажу, как глушить моих братьев. Они и без тебя это умеют, Винсент. Тогда покажем им, что за это бывает. Да, пусть Джеральд Форд прощает. А мыши-байкеры? Никогда! Включаем рок-н-рёв! Город Детройт, мы к тебе идем! Отлично, теперь до самого Детройта придется слушать их нестройное пение. И ведь замолчать никак не заставишь.
Начало пути надо нам пройти, и конец пути надо нам пройти. Город Детройт, там мотор поет. Поет, ребята, поет. Может, хватит? Что? Абсолютный абсурд. Кто, кроме этих проклятых мышей-байкеров, мог отважиться на войну с Лоренсом Лимбургера? Я не знаю, босс. Для этого нужно быть мышью, психом или полным кретином. Что нам предпочтительнее? Наконец-то мой план сработал. Как часы. Слабый Лимбургер попался в моей сети. Я его сломаю, раздавлю, разнесу и получу солидное повышение от королевских особ Плутарха. Вот мой план. А ваше жалование — это прибавка к нашему жалованию, так? Ну, разумеется. Помолчи, меня несет. Я выползу из Детройта и свергну этого Лимбургера. Потом Чикаго, потом Питтсбург, а потом и сам Вашингтон. Да. Сегодня индустриальный север, а завтра весь мир. Никак не пойму, чего хорошего вы нашли в Детройте? Женщина, думайся! Это же Турбополис! Автомобильная столица штатов. Идеальное место для свиденещеров с теми нахалами. Ну и что, у них даже приличной футбольной команды нет. Так вот в чем дело, красавица. За своих обидно, да? Детройт им вечно хвост накручивает. Неправда. Но мы-то сами собираемся кое-кому хвост накрутить за дело. Вы куда? Этот мост ведет в Канаду, а у вас паспорта просрочены. Не беда, мы только до середины. До середины. Вот он. Красота. Гадость. Грязь. Вонь, автозаводы повсюду. Ужас. Я просто обожаю американские города. Я хочу сказать, здесь и правда воняет. Да. И будь мы в Чикаго, я бы сказал, что воняет тут... Лутарианцем! Вонь идет оттуда. Приступим ко второму этапу моего гениального плана. Активировать передатчик. Ну, здравствуй, Лимбургер. Что? Это я, твой старый школьный соперник. Наполеон Бри. Потрясающе. Мало мне вокруг идиотов, еще и безумец объявился. Безумец? Я покажу тебе, кто из нас безумец, Лимбургер. Я изгоню тебя из Чикаго. Да? И как же ты думаешь это сделать? Очень просто, Лимбургер. Турнир. Поподробней, пожалуйста. Мои рейнджеры против твоих жалких наемников в гонке на уничтожение. Здесь, завтра, в Детройте, победитель получает оба города. Проигравший поедает планету навсегда с позором, так что приезжай. Конечно, если ты это боишься. Боюсь. Ты переоцениваешь свои силы, мой дорогой Бри. Я принимаю твой вызов и предвижу свой скорый триумф. Тогда до завтра, Лимбургер. О, блин, а у него нрав покруче вашего, босс. Я не могу допустить, чтобы этот маниакальный маньяк прыгнул выше головы, тем более моей. Правильно, босс, он же может на вас упасть. И он действительно упадет. Бри ждет нас завтра, но мы проявим инициативу и вышлем свои силы в Детройт сегодня. Вот так. Лимбургер, конечно, прибудет сегодня в жалкой попытке застать меня врасплох. Меня, Наполеона Бри, самого дальновидного стратега всей галактики.
Но я буду ждать, когда наемники Лимбургера въедут на мост, и я их тогда устраню. Обожаю запах свежей жареной рыбы перед ужином. Напоминает о школьном кафетерии. Похоже, мы поймали еще одну плутаркианскую рыбину. По сравнению с которой Лимбургер – образцовый гражданин. Если их разборка перерастет в войну, пострадают невинные люди. Но этого не случится, верно? Ведь мыши уже в мотогороде. Если ты в Детройте... Веди себя соответственно. Рок энд рёв! Мило, но омерзительно. Скауты говорят, наемники вашего друга Лимбургера едут. Это превосходно. Скоро Лимбургер найдет свое Ватерлоо. Чего у Детройта не отнять, так это свалок. Хорошо, когда все необходимое под рукой. Даже если кто-то этим уже пользовался. А мы готовы отправить на свалку парочку плутаркианцев. Так, гонки на уничтожение! Да здравствует Детройт! Город рок-н-ролла! Который беспощаден к слабакам. Поехали! Ну и пусть. Все равно команда Чикаго лучше. Старт. Приготовиться. Вперед! Что? Нет! Это типа, пардон. Пиранья. Он меня перехитрил, когда я собирался перехитрить его. А сейчас последний штрих. Убрать им. Что? Ах, это те низкопробные вояки из Чикаго. Нас огорошили. Пусть мы всего лишь мыши. Ну уж никак не горожане. И мы не сдаемся. Вот это сюрприз! Вы опоздали, кем бы вы ни были. Я разбил армию Лимбургера. Я победил заочно, так что Чикаго мой. Не угадал, вонючка. Да, мы тоже в команде Чикаго. А мыши-байкеры ни одного плутаркианца не пустят в город без боя, верно? К несчастью. Мыши-байкеры, похоже, этот жирный кальмар Лимбургер не закончил работу, начатую еще на Марсе. Я могу присвоить им новый почтовый индекс. Нет-нет, не надо. Сделаем по-другому. Так, хорошо, Лимбургер, поднимаем ставки. Ты принимаешь этих грызунов в качестве своих представителей? Предупреждаю, если они проиграют, они проиграют. Я лишу тебя не только организации города, но и живота твоего. Так сказать! Я... Конечно! Разумеется, несомненно. Хорошо. Да будет так. Вы твой против моих рейнджеров в гонке на уничтожение за город Чикаго и свои животы. Животы? А зачем ему ваш живот, босс? Может, он и мой заберет? О, мама, даже самому не верится. Все готовы?
Кто бы мог подумать, что мы будем драться за Лимбургера? Мы деремся не за Лимбургера, а за Чикаго. И мы обломаем рога бычкам, бри. Хотя расклад силы не в нашу пользу. Это нас только раззадорит. Прошу внимания, гонка начнется по моему сигналу. Детройт у руля, правило одно, правил нету, нету. А теперь на старт. Внимание! У них фальстарт. И целый ракетный комплекс. Так вот, как вы решили поиграть, да? Он же сказал, Детройт рулит. Здесь тебе не Беверли-Хиллз. Погоди-ка, а мы раньше нигде не встречались. Может, учились в одной школе? Не в этой галактике. Грохните этих грызунов! Так правил нет. Мне нравится этот город. Это судьба, дружище. Мы их сделаем. Великолепно, господа. Восхитительно. Рыть их на части, никакой пощады. Автозавод прямо по курсу. Устроим мальчикам экскурсию, братья. Подробно и наглядно. Разделяемся. Любишь ближний бой? Попробуй ты молот и наковальню. Что? Нет, нет, нет. Прекрасно, мои верные грызуны. Босс, вы что, прониклись любовью к этим паразитам? Извините. Ни в коем случае, мальчик мой. Пусть повеселятся. А когда они уничтожат батальоны Бри, я уничтожу их. Вот и все. Мои друзья ничуть не изменились. И Лимбургер тоже. Надо подняться наверх. Проветриться не хотите? Набираем ход и последний бросок. Нет, нет, нет. Да, 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 о да. Очень тонкая работа, мои милые мышата. Чудесно. Великолепно. Прибереги свои слова для защиты в суде. Мы разгромили армию Бри ради Чикаго. А с тобой у нас старые счеты. Дорогие друзья, наше сотрудничество подходит к концу. К трагической, но предсказуемой развязочке. Над вами нависла неминуемая опасность, мыши-байкеры. Карбункул, уничтожь их. Слушай, повинуюсь, ваша деликатность. Наконец-то и моя сноровка пригодилась. Надеюсь, вы были застрахованы, мистер Бри. Нет, нет, нет. Медное мое здание. Не скули. К этому быстро привыкаешь. Что дальше, братья? Петушиные бои, тараканьи бега, рулетка и покер. Сегодня весь Детройт у наших ног. Автозаводы мы уже видели. Может, на футбол? Нет. Отличная мысль. Нет. Да, говорят, Детройт снова борется за чемпионство. Город Детройт, мы к тебе идем. Город Детройт, там мотор поет. Озвучено по заказу 2x2.